Хорошая задумка. Отмай, мамай. Пять ее мочи. Типа. У них тюкают спайки. Давайте, знаешь, давайте поддержим мяч. Мочить не будем. Просто перекидываем. Хорошо, без мочения. Раз, два, три. Паша. Давай, Наташа. Волейбол не играет. На базаре. Двумя руками. Бум. И туда. Двумя. Что делать двумя? Середина это правая рука. Кто правая рука? Наташа, это твой мяч середина. Если мяч падает в середину, это твой. Ты правая рука. Включи мой, я волейбол. Морис. Давай. Молодец. Давай. Еще раз. Ничего, it's okay. Just try to set it up. Don't spike it. Давай. Раз. Наташа, два. Наташа. Молодец. Раз, два, три. Просто перекидываем. Просто без мочи. Вот так. Молодец. Окей. Давай, Наташа. Да. Ну кто? Middle. No, not you. Middle. Ты куда без меня? You guys are corners. He's middle. All things in the middle, we have a middle. You don't have to worry. He has to worry not to stay like that. Kevin, volleyball, not to stay like that. You have to always watch the ball. So then what are you doing? She's waiting for the set. I'm waiting for the set. Yeah. You guys fight. That's why she's looking at us. Yeah. What you do? Right? And when ball is there, you can't stand like that. You have to watch. You play volleyball, it's not, it's sometimes fun, but you have to be in fun. Oh, I still need to go ahead. Natasha? Oh, Maya? Okay? Молодец, Роник! Ребята догнали, молодец! Давай, Никас, еще раз! Ну, уйди! No, когда поднял мяч, he was going back. Саша, ты так сказал, что он чуть убежал на футбольное поле. Я уже как на Брайтоне с этим, по реакции. Давай, Наташка. I can't play. Ребята, I see nobody waiting the ball. Everybody stay waiting position, not stay like that. You guys are young kids, you have to move. No. We have to move. Call now. Oh, my. No. You. The ball is going down. No. No, your side. You're here. You settle. You have to get it out of it. Watch out, there's a person. Тебе нельзя We're gonna step on the cat. Амалия, забери ее подальше туда. Прям на линию берете. Мы же наступим на нее. Go, spike. Good. Good job, Nicholas. One more time. Wee-hoo! Yay, we got it. Go, Matthew. Oh, nice, guys. Go, Matthew. Natasha. Go. Wow. Good. Ronnie. Good job, Ronnie. Yay, Nicholas. Nicholas, все сделал правильно, только зачем так? Я не знаю. Можешь, знаешь, смотри, учись правильно играть. Вот руки твои, всегда должны быть крепко. Да, вместе. У меня были вот так, и потом я... Да, они вот, потому что ты их не сцепил, их надо держать крепко. Yeah, Ronnie, you ready? Ronnie, it's you. Ничего, Наташа, приняла. Саша, это хорошее, это самое, время терпения вырабатывать. Да. Давайте, а вы Саша? Еще думаете, Господь меня на двери поставил, чтобы всех вас терпеть? Саша? Давай, Наташа. Давай. Окей. Okay. Хорошо. Кевин. Хоп! Good job. You got it? Это был Кевина мяч. Yeah, I was backing up, and then you say that's you after I back up. Doesn't matter, где вы стояли, он позишен его, понимаешь? Ты должен на своей позишен брать. I mean. Good job. Let's do that. Listen carefully. We just keep the ball in the game. We don't spike.
We just put it, the ball right to the person. Right. Okay? Right to the person. You guys accept ball here or here. But nobody staying like that, waiting the ball comes here. We have to move. Они так футбол играли, ждали, когда мячик попадет. Okay? So now we're going to just set with your spike. Let's go. No spike. No spike. Just to the person. Yeah. Ronnie, I'm sorry. That's too much. Наташа, надо падать. Не вот добежала. Так. Падать надо. Нырять. Okay. Нырять, да. Нырять, рыбкой. Бум. Бум. Так. Май, Ронни. Good job. Николай. А давай Наташа. Молодец. Давай. Ты нападай. Наташа, а ты что, ты можешь сверху? Не обязательно сверху, ты можешь сверху перекидывать. Тяжело. Ну, нет, тебе достаточно этого. Просто, чтобы пить вот так. Потому что я раздаю. Давай, Матюша. Кевин. Good. Good job, Николас. Наташка. Молодец. Только не бросать надо бить. Good. 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 Ну, хорошо, okay, хорошо. Потихонечку. Yeah. You're doing great. I'm here. Ronnie. Молодец, Наташа. Matthew. Ooh, I'm sorry, so close to the net. I know. Sorry, it's my fault. Kevin! Ronnie! Ah! Наташка, поднимай вверх, ты ему прям в лицо бросай. Давай, бей! Ну, middle. Все стоят, ждут. Middle. Вы видели, как играют? Вы должны вот так стоять, вот так стоять. Молодец, Николас. Я. Чуть-чуть не дотянул, молодец. Наташа, сверху, молодец. Ууу. Sorry, too close. Наташа? Оп. Ладно, хорошо. I'm here. I know. Yeah, sometimes you hear, right? You just spike on the thing. Good job. Whew. I'm here in the middle. Ronnie, you speed. Давай, молодец. Оп, третий. Наташа. Давай, кто? Надю. Хорошо. Николас, молодец! Кевин, you! Третий, Kevin. Ты третий! Кевин, играй! Давай, Мэтью! Молодец! Молодец, так, молодец! Так, эти шпионы вас снимают, чтобы вы знали! Николас? Так! Бежим, 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 бежим! Infill. Oh, footballist. Говорит, поздравляю, видно, что ты женился. Прекрасно отглажена рубашка. О да, это первое, чему она меня научила. Это его проблема, потому что он неправильно дал себе мяч. Он должен давать в руки. А? Где? Я здесь. I know, but I can't. О! Ты? Тебя просто смотри, Наташ. В волейболе. Где это? Я. Трони. Не. Ага. Good job, Николас. Yes. В волейболе сверху точнее, чем снизу. Вот я не вот сверху ты ему направляешь сверху. Прямо на его, а снизу ты бьешь, ты не понимаешь, куда ты бьешь. Если ты бьешь снизу, ты должна направлять на него. Вот я вот так хорошо отбиваю сверху. Оттуда ты не направишь ни сюда. Поэтому оттуда надо подвинуть свои ноги и в лицо его бросить. Все, ноги. Николай. Ноги. Матью. Опа. Хорошо. Молодец, Саша. Ай! Матюди.
Доник. Good job, Natasha. One more. Udar. Good job. Keep it. Oh, Sasha, I play with you now. Yeah, but I blood. It's my fault. Natasha? Oh. Yeah. Еще раз. Так, Бевер. Рони. Good job. Где ждем? Ждем мячик там, ждем. Kevin? Good. Играй тихо. Вау! Держи, Матью! Прыгать, падать надо, бат! Ты же уже прибежал сюда! Why are you waiting for? I'm sorry. Николас. One more, кричит другая площадка, тебя отвлекает. This is your... Oh, Ronnie! Наташа сзади. Наташа? Я здесь. Сковородка. Еще одна сковородка. Наташа хороший будет игрок. У нее хороший дам. Ее надо только научить играть, правильно? Будем женскую команду делать. Уборы. Чуть-чуть тренирует, чуть-чуть критикует. Но мужья и жены это самое худшее хочет. Молодец, Николай. Когда муж учит почти жену молодец. Ездить на машине, лучше дядьку со стороны брать. Нет, я тоже через это прошел. Теперь мы отдельно живем. Да, это было один из больших конфликтов. Потому что там слово за слово. Я все это помню. Я. Good job. Опять сковородка. Ноги должны играть, ноги. Хочешь снизу ногами, ты не должна руками крутить, ты должна ногами играть. Подбегать. Тут, ищи его, вы же молодые, ногами танцуйте. А я вот так не смотрю. Ты просто руками крутишь, ногами надо. О, молодец, Николас, догадался, что сверху надо, а не снизу, молодец. Это все. Вот так, хорошо. О, Николас, ты молодец, только вот так. Не давайте ему на сетку, он на сетке бьет. От сетки он подает нам. Да? Он на сетке он бьет, мы не можем взять. Я попробую сразу. Отдай чуть-чуть подальше от сетки. Окей, дальше от сетки. Да. Ой, сори. It's okay. Ташка. Я Саша молодой. Играем! Еще раз! Играем! Ронни, ты где? Каша! Ronnie, next time just run because I was trying to get it, but you were just standing above it. Не стой вот тут, он на башку тебе не свалится. Ты должен вот здесь стоять. Ты защитник, вот твой угол. Видишь? Угол. Вот ты стоишь и ждешь. Где мяч? Ronnie. Молодец. Сверху. Наташа. Сверху. Ничего. Сверху. О, чуть-чуть не добежала. Наташа, ваши руки в одну сторону, ноги в другую. Ну да. Ничего, это процесс.
Я не понял. Я? Броня? Молодец, Мартин. Он на месте. Я уйди. Я добегу. Okay. Сразу отходя. Кевин! It's me, it's my fault. Николас? Чего, молодцы, молодцы. Хорошо, Николас, молодец. Молодец, вот двигаются ножки. Опа! Молодец, Матью. Наташа. Вот это аккуратненько называется. Сверху Наташа подбегает. О. Молодец. Наташа. Молодец, Наташка. Ну. Вот это вот уже хорошо. Они не видят ничего. Но все равно он достал ее. Молодец. Нет, не молодец. Молодец. Ох, эти мамы. Много в них любви. Играешь Наташу. Я тебе подаю наверх прямо, на твою голову. А ты к Саше. Давай. Ну что за камеры? Вот такие. Да. Шарик круглый от лица. Открой свои вот эти руки. Вот, смотри, вот эти пальцы должны быть внизу. Вот твое лицо. И вперед толкай. Вместе с ногами. Еще раз. Давай. Открой пальцы. О! Уже лучше, уже не такие кривые. Давай. Отью. Роник. Ну, он сам отвлекает, а ты спайкай отсюда. Молодец. Молодец, Наташа. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Я подаю вам. Значит, вы должны мне дать мяч. Молодцы, я могу его взять, но вы подаю на подачи. И все, и мы поэтому вы должны ждать любой минет сюда. Это моя победа. Молодцы, молодцы. Саша! Саша, на голову! Еще раз сверху. Сверху. Пальцы приготовь, покажи мне сюда. Вот. Нет. Вот, ну, вот так. Вот, нет, перед нет, лицом. Нет. Локти. Нет. Аккуратно. Локти вот так должны. Только одна нога должна быть впереди. Знаешь, если на тело надо тебя бросать не мяч, а кирпичи. Волейболисты всегда. Если ты правша, твоя левая должна быть впереди. Если ты левша, то тогда должна быть правая. Две ноги не пасуют. Одна нога вперед. Давай. Ничего, ничего. Ладошками пока, пальчиком. Ну, а ты где? Крылька! Молодец. Броня, ты. Хорошо, так, хорошо, иди сам. Молодец. Назад идем принимать. Назад. О-о! Кевина надо научить, чтобы он пас подавал. Он бы не время уехал. Бежал. Я автоматически крикнул. Вот назад принимать. Это был очень тяжелый сделали мяч. Спайк назад. Очень тяжелый. Надью. Сделал спайк назад, отошел. Бежишь назад. Вот так, вот так. Бежим. Рони, ты должен там в углу. Здрасте. Кевин. Кто? Очень мягко, хорошо разбит. Просто как в тапочках. Так хорошо мягонько. Шлёпки не скользят ногу. Молодец, Наташа сверху. Ой, нет. Смотри, Мэтью, пока ты не бьешь, но когда ты мне даешь пасть, можно в любое место, если ты должен отпрыгнуть назад, выше. Чтобы сделать скачок и ударить вперед. Добежать. А если он потому что пальцы место не делает. Когда ты даже если it's тут okay. Ты не поднял. Я всегда увижу тебя. Сделал быстрый шаг назад. Оп. И одним шагом вперед. Понял? Мои друзья, когда я с ними играл, они меня хотели так научить. У тебя вообще не ровно хорошо, Кевин. You all guys good. Николас, Наташа. Perfect. Just perfect, guys. Yes, just like that. Good job, Nicholas. Good. Good job. Kevin, you? Monica. Ну, ничего, ничего. Вот это называется алибала в волейболе. Мы должны все чувствовать друг друга. Да. Поэтому, Тим, я одна ничего не смогу без вас сделать. Ничего, ничего. Matthew? It's your. It's okay, it's okay. Наташа. Так, мы с видом. Ну, да, ты молодец. Мани, я сейчас
Middle. Good job. Yes. Тони. И если назад подолок, иди сюда. Отходи туда на спайк. Ваша поехала. О, да, да. Уже хорошо, держим. Отходим назад. Любишь отдыхать, отходим. Сейчас надо будет стирать. Васка занимается. Витас, я говорю, поехали. Мне столько стирки, зато я на работу иду. Стирать. Все, прости, Юра, я сижу не так, Люба, где наш ладно, все, спасибо тебе. Давай. Счастливо. Всех пока собрала, все в машине. А где ты батареечку подзарядил? You Kevin have this zone, middle, it's all yours. And you have this, all yours. You guys don't have middle. Natasha, right hand is yours. And Nicholas, если Наташа, ты принимаешь, ты говоришь, я мой. Like, I, mine, whatever, Nicholas. Если ты хочешь принимать, ты говоришь, I. Этого у нас добра хватает, только покричать мы можем. Okay. Don't be quiet, just play. You have to make a noise. No. Ronnie! Noise, guys. Mine, yeah, yay. Good job. Let's go. Mine. Ronnie. Yay. Matthew, what?